Ну что ж, дорогие друзья, ну мы продолжаем знакомить вас с нашими участниками проекта «ТВ-шанс актер». И следующий участник, представьтесь, пожалуйста. Кристина. Кристина, расскажите, пожалуйста, о себе немного. Сколько вам лет? Как давно вообще этим занимаетесь? Занимаюсь я этим, наверное, всю жизнь. В мои 25 я снималась уже в различных сериалах. Это были роли второго плана. Мне хотелось бы идти вперед, хотелось бы заявлять о себе. Закончила я МГУ тележурналист. Немножко не по профилю, все же хотелось бы закончить в ГИК. Но, увы, буду надеяться, что все получится у меня в актерском мастерстве. Ну что ж, Кристина, я действительно считаю, что это хороший старт с нашим проектом, потому что проект целенаправлен на актерское мастерство, на актерское направление, поэтому уверена, у вас все получится, и мы также желаем вам всего хорошего и успехов. Я вам верю, спасибо.